Съем в России! Ура! На днях в нашей стране праздновали удивительный праздник – День России. Мы решили провести опрос среди жителей города Владивостока. Далеко не все согласились принять в нем участие, тем более на камеру. Согласились участвовать в основном люди среднего возраста, а также мужчины старшей возрастной группы и несколько молодых парней. Прохожим было задано три вопроса. Первый – какой сегодня праздник? Второй – в честь чего празднуется этот день? И третий – как вы относитесь к этому празднику? Из трех десятков опрошенных все с легкостью смогли ответить на первый вопрос. Четверть опрошенных имеет представление об истории праздника. В одном случае его спутали с 4 ноября. Совсем немногие говорят открыто на камеру о его абсурдности. Большинство имеет к данному празднику положительное отношение, прежде всего, как о выходном дне. Какова же история этого праздника? 12 июня стала праздничной датой с 1992 года, как день принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации. Независимость РСФСР от СССР была принята еще в 1990 году, за год до юридического распада Советского Союза. Подобные попытки создать Русскую Республику и Русскую Компартию существовали и до этого. Одна из них закончилась так называемым «Ленинградским делом». Принятие данного документа сыграло определенную роль в разрушении Союза, ведь в нем было провозглашено верховенство Конституции и законов РСФСР над законами СССР, а также разделение законодательной, исполнительной и судебной властей. Данные положения стали последним гвоздем в крышку гроба некогда могущественного социалистического государства. А сам документ стал символом поражения рабочего класса, символом уничтожения самого прогрессивного государства в истории человечества. Поэтому каждый трудящийся нашей страны и бывших союзных республик должен знать – это не наш праздник. Это праздник буржуазии, захватившей власть в результате контрреволюции. Праздник олигархов и миллионеров, которые загубили нашу промышленность и которые вот-вот загубят остатки образования и медицины.